Всем привет! Мы с Леной решили провести челлендж «Успеть раскрасить за час». В последнее время каждый месяц его проводим. И если вы еще не видели видео Лены, Еленки74, то внизу под видео будет ссылка на видео Лены. Проходите, посмотрите, что раскрасила Лена в течение часа. Но я взяла в этот раз только две раскраски. Но если вдруг случится какое-то чудо, и я их быстренько раскрашу, и у меня еще останутся минутки, то я возьму еще что-нибудь другое и сделаю прям секундное включение. Вот. Ну а так взяла две вот таких раскраски. Одна вот «Тайны знаков зодиака». А вот такую вот девушку стрельца решила раскрасить. Особо пока никаких идей нет, но что-нибудь придумаю. Так, и моя прогулка по временам года. Здесь вот такое сердечко, оно на последней странице. Я хочу в этом году, я не знаю, получится или нет, ну не в этом году, а за зиму закончится зимний раздел. Тут у меня осталось не так уже много, но если вдруг останется там парочку каких-то страниц, ничего страшного, то есть в следующем году закончу. Но вот это сердечко последнее, и оно особо большой, как бы, ну как к зимней тематике особо-то и не относится. Но есть небольшая идея, как что раскрасить. Тут вот сделали вроде как снежинки, да, какие-то там звездочки. И вот как бы вроде и относится к зиме. Ну а так больше, знаете, к Дню Святого Валентина, типа того. Вот. Ну, это, я думаю, так и как бы предполагается, возможно, ну, возможно, нет. Не суть. Вот, так как последнюю иллюстрацию можно раскрашивать хоть маркерами, хоть чем, любыми материалами. Неважно, что, если эта страница испортится. Вот. Но есть небольшая такая задумка, как что это раскрасить. Так, сегодня у нас 5 декабря. Ну, получается, без 5:05. Ровно через час, ну, примерно, получается, в 6 часов. Вот, я закончу челлендж. И мы с вами встретимся и посмотрим, что же я успела раскрасить. Ну вот и все. Челлендж завершен. Без 4 минут. 6. Я даже успела уже практически всю канцелярию убрать, которой пользовалась. И вот такая вот работа у меня получилась. Получилось 2 работы, как и планировала. Вот. Здесь еще, конечно же, все не высохло. Ну, я думаю, ничего страшного, потому что я использовала и клей, чтобы приклеить вот такие вот баловство, короче говоря. Решила оторваться на этой иллюстрации, добавить таких вот звездочек. Такое вот у меня сердце. А, как я и сказала, я здесь у меня лак. Это вот такой вот лак. Тройную глянец я использую от Невской палитры. Мне нравится. Можно в один слой или в 2 слоя нанести. Если вы хотите, например, где-то на глазки, в портреты, на очки, на окна добавить. Ну, я уже показывала, снимала видео. Показывала этот тройной глянец. И вот такая вот иллюстрация. Здесь у меня ручки с блеском. Ручки металлик на этом. Здесь у меня акриловые маркеры на сердцах. Вот сделала такое полуморозное сердце. И вот так красиво, мне кажется, блестит и переливается. Но пока еще особенно вот эта вот часть очень мокрая. Я прям потрогала и прилипла. Вот так. И еще одна, как и планировалось. В этой раскраске еще раз напоминаю, что внизу под видео ссылка будет на видео Лены. Пройдите, посмотрите, что раскрасила Лена. И здесь у меня вот такой вот портрет. Тоже весь блестит. Даже на коже лица тоже блеск. Вот так выглядит. И ручка металлик, короче говоря. Разнообразные в глазах ручка с блеском. То есть вот такая вот иллюстрация у меня получилась. Я, в общем-то, довольна. За час получилось 2, мне кажется, неплохие иллюстрации. Надеюсь, вам тоже было интересно посмотреть, что я успею раскрасить за час. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.